заканчивается НЕМА, например, объединение непрофильного вроде бы предприятия, табачная фабрика и крупного сельскохозяйственного актива. Каково будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Вы как это просчитываете? Мы ведь готовились к этому. Мы знали, что готовились к этому. Что нам грозит? На сегодняшний момент разработаны мероприятия компенсации. Европейский рынок не основной. То есть мы надеемся, что все-таки удастся не допустить, даже если по отдельным предприятиям какое-то проседание небольшое будет, мы компенсируем за счет остальных показателей. Владимир Степанович, никакого проседания я понял. Ни на одном предприятии быть не должно. Пускай Караев одевает генеральскую форму, вам тоже звание присвоено, генерал-майора, и вперед. Военное положение, если нужно, но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции, это, понимаете, их бессилие. Вот что мы должны показать. И мы это сделаем. За 5 месяцев область работает с чистой прибылью, сальдо внешней торговли положительное. Поэтому финансовое положение стабильное. Мы, как зная технологию, на втором здании поставили вентилятор для снятия вот этого температурного шока. А здесь табачная фабрика говорит, так давайте мы вам сделаем дешевле раз, эффективнее два. Хорошо, поставили систему орошения, вот туман. Потребляемость электроэнергии здесь 1,4 кВт. Сколько всего скота? Всего? Здесь 2035 голов на этом комплексе, из них 881 дойного скота держится. Значит, нетели здесь у тебя свои? Здесь и нетели, здесь полностью закрытый цикл. Оно здесь получает от получения теленка, и уже растим дальше телки воспроизводства. Здесь же осеменяем, здесь получаем телочки приплод. Телочки здесь, бычки в сторону. Бычки, да, мы отвозим на другой объект или продаем бычки. В основном молочное направление у нас. Здесь получается, получаем, в прошлый год получили 10 тонн 400 надой на одну дойную корову, как бы, удой неплохой. Поэтому в этом году планируем еще выше поднять эту планочку, ближе приблизиться к 11 тонн. Тысячам, да, как бы. Мы здесь готовим комбикорма для наших коров. В день у нас уходит 12 тонн потребность. Вот. Пользуемся мобильным... Для всего хозяйства, да? Для дойного стада. Для дойного 12 тонн, а для быков 2-3 тонны. Ну, у вас один этот комплекс? Да, да. Не за проверку.